залпі. Короче, за неделю, типа, из которых два дня я не играл, ну, за шесть дней, два дня я не играл, вот вчера и еще один день я с Никой провел. Че, сколько заработал? 1500. За сколько дней? В общей сложности за 4, но это не полные 4 дня игры. Типа, естественно, если бы не было... Ну, я же на работу хожу, типа, еще, как ты понимаешь. На работе что делать? Я на работе в основном только и гоняю, чувак. У меня по 5 замен на дню. Во-первых, мне за замену... Ты время замены играешь? Серьезно? Да. Все чуваки подходят смотреть? Да, сидят трендим. Я так с внуком Аллы Петровной подружился. Я там внук в школе учится? Короче, сегодня в КС-очку с ним гоняю. Этот, в 10. Короче... Это не родной ён. Это ён сын принял женщину с ребенком другим. Ну, чувак, они похожи, капец. Да. Это так смешно. Я не знаю, не имея кровных связей, они... Да, чувак, я не в жизни подумал, что они, типа, не родственники, по факту. Ну, они не кровные родственники. Короче... Что тебе сказать? Я так нормально армию, на самом деле. Идет вроде. Вот. Ну да, тут все нормально. Ты что, паранамия? Панорама? Но я не так сильно вожу, чувак. У меня же, помнишь, что с этим, со стабом? Ну, отсутствует, типа. Ну, не отсутствует, он слабее стал. Поэтому видишь, как я вожу? Вот так вот. Вот так вот, аккуратненько, плавненько, мягенько. Как с женщиной в кафе мороженое. Я хотел как-то в настольный теннис погонять. Если... А, не, ладно, я Николаш возьму. Что? Да, я лучше Николаш. А, что? Да-да. Говорю, лучше Николаш, ну, ты ж золото. Тебе... Тем более, ты ж в крокет сейчас играешь, или в крикет. Крикет ты че? Не знаю, когда, зай. В крапанда. Такого слова даже нет. Керлинг. Керлинг. Нет, керлинг это там, где готовить надо на плите. Нет. Да. Керлинг это такая с деревянными палками английская. Да, да, нет, это крикет как раз таки, деревянные палки и кони. А керлинг это же там, где бросается эта шайба и труд. А, дебил. Швабра. Швабра. Ну я думаю, деревянная палка, но она там в принципе есть, да. А это керлинг. Не, понимаешь, ты в физических науках не силен? Кстати, я вообще стою, жду мамку, типа, на сеанс. Ну, она ко мне, типа, на 3 пришла. Кто? Мамка. Твоя, да, твоя мамка. Короче, на тебя жалуюсь. Короче. Говорила, что ты постоянно пропадаешь куда-то, когда уходишь на часа два. Через, ну, типа, едешь на этот Тимошенко. Она следит за тобой по трекеру, ты приезжаешь на Тимошенко 2/4, квартира 123, там 2 часа. Она уже не знает, где правда, а где ложь. Уже понимаешь, как мы с тобой тогда чуть не погибли от смеха? Это был... Это был его, я думаю. Да, да. Она сидит, плачет, я уже не знаю, где правда, а где ложь. Знаешь, так сказать, цель достигнута, загнал подругу, типа, до такого состояния. Что она уже не понимала, действительно. Шутим мы или нет. Ну, мы-то с тобой знали, что не шутим. Нет, да? Мы с тобой знали, где правда, а где ложь. Короче, вот.
Блин, я даже не могу сейчас, ну, типа, после работы не могу выйти это заниматься. Типа, чувствую себя отбитой какой-то собакой. Ни пробежка, ничего вообще. Неделю, типа, аутировал. Че, работаю? Вот, я на заменах, типа, сижу там часа два в офисе, да. Ну, вот, типа, пять дней по два часа, там, вот, считай. Не, ну, два дня я сидел конкретно, там я поднял сразу косарь, то есть там сходу был косарик. Ну, 500 гривен еще. Ты видел или нет? Нет. Хорош, хорош. Все нормально, собрались. Все нормально. Сенкевич? Приедин. Приедин. Ветландия. Эрсвайн. Давай, подожди, нет, 2-1. Вон дальше! Оп, вылезай! Лерёк, по центральный, да! Востроя здесь, на линии! Ну ладно, еще 2-2 могут сыграть, в принципе. Правда, но опыт сдулись еще. Так же самое, как и с этой. Не расстраивай. Можно же было бы забить, так хорошо там все. Козырь, Серега, давайте на снег. Что? Серега, лучше. Боня, пусть выйдет. Да? Что там по времени? Причем только что такой же момент не реализовал нового, типа, идентичный абсолютно. Все, ладно, 3-1 ГГ. Ты был прав. Я изнервировался. Интересно, чище, они же мало же много. Там поскольку по 17 уже всем знаю. Не, не шучу, я серьезно не знаю. По 15. Лишь могу, да. Ты что издеваешься? Ну а по сколько, я не знаю, что. По 20. Уже серьезно, да? Обалдеть. Ну а что, мы их наблюдаем, чувак, с 16-летнего возраста. Откуда я знаю, сколько им лет? Ну, прекрасное время жизни. Не, не знаю. А, капитана? Да, я понял. Этот, Что, я вернул бы сейчас свои 21, да? Любая вообще, 22. 98-го. С чуваком играл. С кем он играл? Один не твоё!
стоим, не спецем. Ну, короче, они ж молодые еще, типа, не должны так быстро говорить. Поднимайся! Я к тому, я вообще, этот ты. Потому что же есть факторы, влияющие определенные, не только мы. Безусловно, эти. Ты очень точно водянисто подметил все, что ты хотел сказать. Собираются, но еще не пришли, да? Нет, мы в следующей неделе одна точно будет. Привет. Красавчик, на своей, Теперь диалог. Денис, тут кто проиграл, стюльба в команде. Я подумал, что это тот самый, который, так сказать, шампанское всегда. Ну, о том самом богатом человеке, который звал нас с тобой снимать матчи. За Вилона? А? За Вилона? Да, да, да. Ну, который у тебя висит, Каш. Витя, осторожно. Ну, я заставил твое движение, я уже поверил. А я специально так знал. С типа... стабилизатором ты бы это делал специально. Ну а что, пусть игроки нас не бьют, и тогда будет нормальная съемка. Ну, и тут даже сложно сказать, что кто-то виноват на самом-то деле. Вот, просто там как бы навесик, когда пошел на нас с тобой. Нет, я видел, что он не у нас летит, но типа. Ну, кстати, я не предугадал, правда, то, что он ударится об землю, типа, и сюда прилетит, да. Этого я не предугадал. Но то, что он летит черти как, я тебя просто решил напугать. С аэрофизикой. Аэрохимией. Астрономией. С астрологией. Ты же умеешь предсказывать будущее по картам Таро? Я будущее по картам Таро? Не, я только по этому, по кофейной гуще могу. И по макушке твоей головы. Я в нее плюю и так вот. Вот так вот делаю, короче. Из Наруто такой фрагмент, когда Джирай учил Наруто делать Расинган. Он говорит, что вот есть те, у кого голова, волосы растут верхушка растет вправо, а есть влево. Ты понял, что? Ну, я что-то такое припоминаю, ну и что? Типа от этого зависит, в какую сторону, типа надо крутить руку. Для того, чтобы она появилась. Ну вот, в общем, я кручу вот так вот, я кручу и вижу твое будущее, понимаешь? Через твою... Я еще и твои предыдущие жизни, кстати, увижу так. Ты был никем, чувак, как и сейчас, собственно. Ничего не изменилось, типа... Ты остался собой? Стабильно, это самое главное. Хороший опыт. Ты, так сказать, не занимался с батей Реки, там, не основывал портицу, вот, не кидал людей на кэш. На самом деле, ты, кстати, и есть черняк в прошлой жизни. Как он тогда еще жив? Так он не жив, это записано, ну, все видео, короче, в записи, понял? Тебя грохнули. 24 года назад. Поклонники 5-10? Да. Поклонники вот этой партии Сакыра. Знаешь партию Сакыра, да? Я знаю, такие партии Выла. Выла, знаешь, что? Выла, да. Что, есть такое? Нет, партия Выла это Лешко. Ну Лешко у него не Выла, чувак. У него Вилы нарисованы. Нарисованы, но у него же радикальная партия, правильно? Я, кстати, правда не знаю, что именно они имеют в виду в плане радикализма, но... Ну, то есть, радикальная... Стой, разберитесь,
В чем приехал? А ты как думаешь, для всей жизни он такой же, как и вот этот вот твой образ, или это типа он актер, играет роль? Не, ну это точно, понятно, что образ, но вряд ли он в жизни ходит, типа, и говорит, что ты жирный псих, паришь? Хорош! Хорош! 2-3, Виктор, есть еще шанс. Есть шанс. В общем, я там себе столичку возьму. Ну, тут типа мусор, правда, там. За 3 серебра там был? Не, ну типа за 300 каша, брат. 400. 400 ка? Не, ну там и серебро меньше. То есть, если на офи что-то продавалось за 40, типа, тысяч, да, химику, то там продается за 4, то есть, типа, считай, это на офовские, типа, 3, да. Но на офи и доп, как бы, не каждые 2 секунды, поэтому там тоже браслет, типа, поймать с... Какой счет? 6-1. Такое, что-то такое. Ну, Лацио не положено. Было хоть один, после первого тайма. Ты календарь перевернул? Календарь? Зачем переворачивать? Снова 3 сентября. Скорее всего, это давай! Обычно для того, чтобы хорошо все идеально шло, подключают кабель к компьютеру, чтобы там уже можно того так. Да. Ну, тоже так же самое, тоже горько. Можете посмотреть, там вообще далеко не идеально. А потом на записи все норм будет? Или на записи будет тоже стерно? На записи нормально. Не понял. На трансляции. На трансляции не упал. Стерно не будет? Во время. А, понятно. Ну я тупой, что-то. Я его пустил.